Саратовский «Автодор» дома принимал лидера чемпионата – московский «ЦСКА». После подбора хозяев в нападении мяч оказался у Перина Бьюфорда, который вколотил мощнейший данк. Воу! А это алеюб заготовка от Трэй Голдена и Дэвида Кравиша. Время испанской магии. Серхио Родригес и его волшебная передача. Три потери за 5 секунд. В этой встрече было и такое. Сумбурная атака гостей, тем не менее, закончилась набранными очками Алика Питерса. В конце второй четверти преимущество «Автодора» стало двузначным после трехи Бориса Савовича. Разница в 10 очков сохранилась и к большому перерыву благодаря Дэвиду Кравишу. Нандо де Коло не был намерен проигрывать. Уверенное дальнее попадание французского защитника. Трэй Голден провел лучший матч в сезоне. На счету американского защитника 30 очков и 11 передач. Перин Бьюфорд тоже превзошел средние показатели сезона. У него 23 очка. Заявка на данк недели. Бум! Джоэль Баламбой во всей красе. А это еще один алеюб от Голдена и Кравиша. Красотища! А как вам такой ассист? Борис Савович отдает пас Артему Завелину в одно касание. Вау! За минуту 40 до конца Серхио Родригес забивает энд-ван, сокращая разрыв всего до 4 очков. После неудачной попытки Антона Квитковских Уилл Клайберн в одиночку разобрался с обороной «Автодора» и перевел игру в овертайм эффектным данком с одной руки. Хозяева начали дополнительное время с 5 безответных очков. Но армейцы были настроены серьезно, так же, как и Кайл Хайнс на этом добивании. Героем матча стал Нандо де Коло, набравший рекордные в карьере 41 очко. 116-110. ЦСКА вырывает победу в Саратове.